meine Arbeit für richtig hältst und du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit... Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда были священны. Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видим. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику на лицемерии и лжи. Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновений. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом, под Минском, Смоленском и Киевом. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. И уверен, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Слава доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура!